Всем привет, дорогие друзья! Мне часто в комментариях задают вопрос, какие животные встречаются в лесу, спокойно ли ночью можно переночевать, особенно когда люди идут без палатки. Вот сегодня расскажу, вот так у нас такой шухер получился прямо на последней ночевке. Нежданчик, мы не опасались никаких там скорпионов, скалопендр, там каракуртов, что-то либо еще. Кабаном все было изрыто до скальника, то есть мы видели, что мы находимся в такой, на такой территории, где в принципе диким животным по скальнику лазить нечего, когда есть большие пространства леса, где можно свободно питаться, и поэтому мы не заморачивались. Палатку, естественно, не брали, на улице жарища стоит неимоверная. Насчет ядовитых змей, конечно, скажем, у нас их нет. В основном это степной Крым, но так или иначе встречаются разного вида полозы, которые могут человека немножко шугануть. Но опять-таки, это на разных людей, у которых разные фобии. Горные пейзажи каньона, реки просто вдохновляли к тому, чтобы идти дальше. Неоднократно купались, такая ледяная вода, скажем, бодрящая, освежающая в такой летний зной. Это, кстати, последний день лета. И вот уже остановившись на поляне, то есть окончательно приготовившись к ночевке, мы поймали немножко рыбы, запекли ее на костре и, как оказалось, запекли ее не для себя. Последние мои слова, где я объяснял, что мы проведем сегодня ночь среди природы, в медитации и тишине, были буквальными. Была идеальная тишина, где-то сверчки только нарушали ночной покой. Вот. И среди этой тишины ночью вдруг появилась ночная гостья. Мы не будем наматывать километраж сегодня, не будем проходить его полностью. Выйдем на одну из чудесных солнечных полян возле реки, где и проведем время в медитации и в тишине. Я в это время так уже немножко дремал, слышал, как падали чашки, но думаю, мало ли там, может, Миша там встал, там кипяточку сделать, всякое бывает, он ходил на реку там, ну, в общем, ночь такая у нас была со сном и без сна в то же время, темнота в лесу кромешная, абсолютно ничего не видно, вот, но, тем не менее, вот Миша успел заснять кадры, когда лиса, или лис, точно не могу сказать, вот, подошла к нашей стоянке и, слопав нашу рыбу, в общем, все, что она могла достать, что было подвешено не так высоко, она все утащила, даже крекеры с сыром в упаковке, не распечатанную упаковку мы так и не нашли, она тоже утащила, в общем, съела все наши запасы, которые можно было достать. То ли она на камень залазила, чтобы снять с дерева, ну, в общем, немножко, скажем так, подкормился этот дух леса. Вот такой к нам ночной гость пришел. Распотрошил нам все. Прям к серому заглянула. Да тихонько снимаю лесу. Тебя только что понюхали. Красота. И не боится ничего. Красивая. И ко мне хочет поближе понюхать, что у меня. И боится вроде, и уши такие. Вот это настоящая природа.
вот такие кадры мы словили на Черноречии сегодня. Она меня не видит. Настоящая лиса. Настоящая. Реагирует только на звуки. Так она не видит, что происходит. Может быть, это ее территория, думает, кто это тут у нас. На видео было отчетливо видно, что лиса сразу подошла изначально, сначала понюхала ноги, села, то есть встала мне фактически на ноги, но мало ли там я как-то к этому не придал значения. Вот. Затем обошла вокруг камня, понюхала голову, хотела, видимо, и меня немножко попробовать на вкус. Но мощный фонарь Миши все-таки ее спугнул, и ночная гостья ушла во свояси. Предварительно, наверное, неплохо покушав. Так что для тех, кто интересуется, как проходит ночь в лесу, могут быть и вот такие вот нежданчики, да. Ну, хорошо, когда хорошо, если стадо кабанов пробежит, когда-то мы ночевали на звериной тропе, ночью остановились, то есть мы не видели, что это звериная тропа, и всю ночь нам не давали спать кабаны. Поэтому всегда будьте внимательны, ложитесь так, чтобы у вас было удобное место отступа. Ну, в общем, это дело ситуации, поход к походу рось, конечно. Ну, а у нас сегодня вот такой вот случился инцидент, когда мы, ну, все-таки не рассчитывали и еду повесили не так высоко. И, видимо, запах вот привлек ночную гостью, которая и попала в кадрик. Для тех, кому интересно, как выглядит каньон днем, как выглядит река, просто исключительные такие цвета. Ближе к бирюзовому цвету, вода, в общем, красотища. Для тех, кому интересно, смотрите следующие серии, в них я покажу путешествие днем, ночевку и следующий день. И хотелось бы сказать огромное спасибо Мише Кузину, моему другу, за то, что он так бодрствовал и успел заснять. Конечно, это не профессиональная съемка, но память, какая память, я вот никогда не видел, как лиса ко мне подходит к изголовью, как она топчется у меня по ногам в то время, когда я дремаю. Вот, то он успел зацепить вот такие вот кадры. Миша, отдельное спасибо.